Приветствую всех домашних мастеров и любителей инструментов. В этом видео посмотрим цену на набор насадок 5 штук и 9 штук для пистолета паяльных станций 850D и 858 из AliExpress. Заходим на сайт «Поиск ручных электроинструментов» по ссылке под этим видео. Нажимаем кнопку «Посмотреть цену». Цена актуальна на 18 февраля 2019 года. Стоимость в долларах, и разброс идет от 2 долларов 30 центов до 3 долларов 53 центов. Доставка в Россию 75 центов. Первая комплектация 3 доллара 53 цента. Общая стоимость для россиян 4 доллара 28 центов. Здесь у нас получается 3,39 насадок. Вот такие насадки. На винтик крепятся. Вторая комплектация 2 доллара 30 центов, доставка 75 центов для России, общая стоимость 3 доллара 5 центов с учетом доставки. Вот такая комплектация. Но теперь посмотрим стоимость доставки в другие регионы. Увеличится или не увеличится? Так, стоимость. Беларусь 80 центов, по-божески. Так, Казахстан 79 центов, и Украина 59 центов. Ну вот, суммируйте эти центы к стоимости 2,30 и 3,53 доллара. Вы были на канале «Поиск ручных электроинструментов». Это действительно удобный шопинг для всех домашних мастеров и любителей инструментов.